Может, лучше еще до бомбу? Оп! Давай, 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 аккуратно. Отлично, отлично, в отлично. Стреляю, в голову. Ё-моё! Что, может... неужели? Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юлия и Мишка. Всем привет. Ребята, это The Fisher Cat. Мы вернулись в эту замечательную игрушку и готовы показать вам очень много. Юля, снова тебе огромное спасибо за целый лям наработавший. В общем, новые гарпуны, скоро новый остров, новая лодка, все вы увидите. Сначала мы покажем гипер-ультра-мощную пушку, которая, мне кажется, да, она, реально короче, топовая. Самая последняя. Она... Это вот реально, это мега, прошу, мега, да, крутая пушка. Да, ребят, вы советовали ее в комментариях, мы, естественно, прислушались к вашим рекомендациям и прикупили ее. В общем, кроме того, что она очень далеко лупит, она очень сильная, она еще дает 30% бафа к тому, что ваши бомбы электрически фигарят. В общем, да, и сама она на самом деле тоже бьет током. Это на самом деле очень полезно, потому что вот, например, на этой карте, на которую, кстати, можно нарубить. Теперь вообще денег можно очень много нарубать. Да. Так, есть, например, такие рыбки, ну, точнее, тут черепахи есть ледяные, которые раньше, например, с обычной пушкой, они не ловились без помощи бомб. Ну, просто не прошибать панцирь. Ой, да, и я же забыл сказать, что станет эта пушка. То есть она реально, если вы не пробиваете, да-да-да. Вот, и можно теперь, по сути, ничем, на самом деле, не закупаться, никакими ни бомбами, там, ни приманками, ни сетками, ничем, а просто лупить. Мы этих ругали зря, действительно, они очень много денег дают, поэтому... На них, по сути, нарубаешься. Я помню, когда-то у меня рекорд, по-моему, был 130 тысяч. А тут покажешь, 70 тысяч я нарубила с лишним, только на этих касатках. Еще что прикольно, Юля разработала тему, чтобы касатку отгонять. Если вы какую-то рыбу хотите поймать, и чтобы касатка ее не съела, просто по касатке нужно постоянно лупить. И да, тогда и она не может просто подлететь. Вот видите, она начинает беситься, и вы не даете, не даете, не даете. Можно это так, видите, с обычной пушкой тоже делать. Но, естественно, ой, вот это самое эффективное. Эту ледяную. Так, давай, Мишка, жми! Все нормально. Даже ничего. Попал. Шальная пуля зацепила. То есть, видите, они реально как от бомбы начинают, ну, становятся парализованными. Да, это, ну, реально, добить пушка топовая. Мы, естественно, открыли другие, мы их вам покажем. Обязательно покажем. Еще хочу сказать очень прикольную историю, как Юля пыталась поймать самую главную рыбу. Сейчас обязательно будет футажик, да, как она ее долбила. Жесть. И мы ее так не поймали. Ребят, это сообщите, кто-нибудь ее ловил, ё-моё, это же невозможно. Возможно. Ведь так как уже у нас может быть последняя серия, не знаю, все, конечно, от вас зависит. Конечно. Будем ли устраивать ли мы охоту на эту рыбу, но если ее невозможно поймать, ни какая марлина, нафиг охота? Ни марлина, ни вот эту вот китовую акулу, я не знаю, каким образом, я уже и бомбами лупила, и вот с этим электрическим гарпуном тоже, я не понимаю, как. В общем, открыли еще гарпун с сердечком, который дает 30%. А еще вот марлин, кстати, тоже. Да, сейчас это купидонский, так скажем, ствол, который, по сути дела, обыкновенный гарпун, но дает еще 30% к приманке. Ну и вот этот марлин, который, по сути дела, как прицеливается, можно сказать. Да, и он может, на самом деле, еще зацепиться за рыбку. Ну что, что мы это дает? Да, готово, Елу, субмарин. Все бабло, ё-моё. Все слили. Сейчас будет только не нажимай прыгать. Все, ничего, я жду, смотрю. Эпичный момент. На сегодня. Слушай, она выглядит круто. Это последний аппарат, что существует, почитали, ничего. Да, вот аж торговец приплыл посмотреть, как мы будем новый аппарат испробовать. Котопи, блин, ребят, последний на сегодня остров. Эх. Ладно, и приятно, поплыли. Приятно и немножечко. 350-й день уже, ё-моё, сколько мы здесь. А, слушай, здесь все разные эти рыбки, что здесь так, все будут, может походу, быть? Походу, что... Слушай, да, тут все вперемешку. Ну, эти уже все... Новых рыб нету здесь. Смотрите, короче, по поводу прицела. В общем, вы прицеливаетесь, слушай, отпускаете, интересно. И ваш марлин должен, грубо говоря, выслеживать. Смотри, вон, видите, он заворачивает, то есть туда. Слушай, ладно. Такой прикол. Слушай, интересный много. Остров. Вот здесь, кстати, лови как вот раз эту. Бы не Чё помешала бы сетка. Здесь очень много малышей. Ну, нужно будет закупиться обязательно. Слушай, так. Здесь вообще реально все да, рыбы. Блин, прицеливаться не дает. Здесь, наверное, будут еще вот эти кальмары. Ну, я не знаю, которые воздух, кстати, вечно нападают. Блин, их очень много, этих рыбок. В принципе, это как бонус уровень больше, мне кажется. Ну, в принципе, да, похож. Но зато вот у нас теория родилась, точнее, у Юли, по поводу вот этого марлина. Может быть, последняя лодка каким-то образом дастся, ну, его поймать. Может быть, знаю. Игра просто, ну, как вот моя теория с чего состоит. Блокирует. Может быть, да, она, в принципе, ну, не дает вам что поймать, плохо? Например, какую-то рыбку, чтобы у вас был стимул еще дальше открыть продолжать остров, играть. Да. Ну-ка, пошли нафиг. Кто знает, может быть, блин, так и есть. Со всех островов, кого только нет. Давай, здесь. Тебе нужно, слушай, может, посмотри, как долго. Шмалять.
У меня вообще не расходуется кислород практически. Что такое? Мы, кстати, прокачали на полную вот этот вот бак. Больше уже некуда расти. Да, максимальное количество. И на самом деле, что-то здесь вообще странное. Творится вещь. Всех просто куча мала какая-то. У меня уже, если честно, глаза какой-то. Руки чешутся. Ну, кстати, мы сейчас устроим, Юля, передам. И на самом деле, я не знаю, есть ли смысл показывать эту Купидон. Очень слабое оружие для таких форм. Ну, ей нужно, знаете как, прям вот часто-часто спамить вообще. Мы лучше отдадим профессионалу, и профессионал покажет. Может быть, испробую. Вау, столько вот этих рыб, они, кстати, нормальные такие. Ну, здесь, кстати, деньги, ты смотри как. У меня всего 74%, здесь можно. Что? Вот кто мог так попасть? Ого! Это что за человечек? Или он был такой? Слушай, у тебя бесконечно, ты видела такого, печенку? Да, они на Зимнем острове. Да ладно? Да. Я что-то пропустил. Серьезно? Как так-то? Эх, ладно. Так. Кстати, хотел сказать вот по поводу, опять же, вот пою дифирамбы той пушки с электричеством. Вот как раз тут рыбка такая коричневая плавает с раскрытым ртом. Она, так, по-моему, из третьего острова, с бантиком, что ли? Которая... Вот это вот ты сейчас поймал. Ну, с бантиком есть такая еще. Ну да. Со светильником такая. Вот, короче. Слушай, я что-то не понимаю. Она на третьем острове была, и на самом деле раньше приходилось их постоянно электричеством фигарить, потому что, ну, вот этими бомбами закидывать, потому сейчас что они надо, просто да. никак не пробивались. А с этой пушкой просто шмаляй по ним. Слушай, я что-то не понял. Это что, на выживание? Может быть, надо было почитать описание к острову? Я тут в том смысле, что я как будто... Ты бесконечно валишь. У меня кислород... Слушай, это какая-то странная. Жесть. Но я понимаю, что нужно много времени, чтобы перейти к новому уровню, может быть, дальше, ну, я имею в виду стадии уровня, чтобы пошли вон уже крупно. Вон каменная рыба, смотри, тут это специально, которая раньше кого была. Только слушай, нету. Я просто луплю. Слушай, ну, а может сюда. Быть тогда на этом острове поймается вот эта вот супер рыба? Вот, смотри, крупняк пошел уже, да? Я уже жалею, что мне я... Мне кажется, ты этой вот не пробьешь ее. Слушай, мне кажется, ты права, Юль. Открылся новый остров, нам не хватало времени уничтожить эту огромную марлину. А здесь будет времени очень много. Слушай. И у нас, возможно, получится охота на марлина, я не знаю. Скорее всего. Это верно, гениально. Просто вон еще рыба-ворона. Мне кажется, мне очень сейчас правильно слиться и взять нормальное оружие. Как ты считаешь? Давай. Стой, медуза. Вот когда надо... Стоять бояться, собака, вот ну как так, а? Слушай, тут реально столько дофига рыб. Я сейчас реально солью. Ничего не тратится, ничего. Не, надо попытаться. Прям жесть, давай. Вот когда хочешь слить, вон медуза прям перед тобой. Да я пытаюсь, видишь, сколько. Давай, все, вон еще одна, еще. Отнимается. Дельфин, уйди нафиг отсюда. Так, слушай, ну только единственное, эти рыбы появляются в какой-то определенный день. Ну, я не знаю, как-то помахать. И они должны на этом острове появиться. Я же, ребят, понимаете, что специально сливаюсь. Чтобы взять нормальную толковую пушку, все-таки тата посильнее. И то, мне просто интересно, сколько я нарубил. Вот просто так, на халяву. Я даже бездумно это все делал. 52 тысячи. Это ну, очень неплохой результат. Неплохо. Так, ну, естественно, я это проигнорирую. О, там сколько их сыпалось-то. Вот здесь. Так, давай почитаем. Может быть, сейчас как раз-таки. Это так. Что у нас? Ну, будут крупные рыбки. Ага, так. Ну, слушай, марлин пока и этой акулы не видно. Хорошо, я, в общем, гарпун-то лучше вот это, я думаю, брать, да. Правильно? И тот-то не имеет смысла. Может, пока... затариться сетками? Да, скорее всего, здесь так как слушай, много... у нас уже столько денег, теперь их девать некуда. Ну, мне кажется, погоди, откроется новый, как сказать, рубеж для трат. Ну, может быть. Мне кажется, обновление за горами, я уж не знаю, хотя, может быть, это я не так. Я на это тоже надеюсь. Отдаю управление нашему профессионалу. Так, то есть мы на этот остров отправляемся. Ну... Единственное, пока здесь никого нет. Нужно прочекать, реально. Нет. Может, знаешь, что попробовать? Он ведь только определенного острова появляется. То есть он может и не там появиться. Слушай, можно я пойду вот сюда? Давай. Юля пока покажет суперкласс, а потом мы посмотрим. Может быть, вдруг появится. Нам же нужно выловить. Может быть. Мы, кстати, не показали коллекцию рыбок. Нужно будет показать. Да, сейчас покажем. Может, они, кстати, здесь появятся. Кстати, ребят, здесь реально... Что такое, олень все-таки или динозавр? Мне кажется, это лось. А, лось. Вот рога типа. Да, вот такие. У него рога есть, и вон снизу копыта, походу. Да, это реально лось. Только вот это что за рыба такая? Я не понимаю. Известно. Похоже на букашку какую-то. Ну, да ладно, собственно. Пока здесь, кстати, спокойно. Самая крупная рыба. Ты у нас что, нарвал, по-моему? По-моему, да.
Он с ты рогом таким. Да, один раз я... А нет, два раза я его поймала все-таки. Ну, он есть у нас в принципе... в коллекции. А, у нас две непойманные рыбы, я так понял. Это акула. Да! И этот... Марлин. Да. Они, короче, никак не хотят ловиться, но... Слушай, мы реально, походу, разгадали секрет. Ну, я, конечно, не знаю, а вдруг он там не появится, то что тогда? Он появляется. Я видала один раз, этот остров был закрыт для нас, но... А он там плавал. Там плавала, да, эта рыба. Слушай, хорошо, ну, смотри. Пошло время рыбалки! Давай, о! Жесть! При виде Юли уже все. Она разбесилась, что с ней делать вообще, смотри, что делает. Ой, ё-моё, все, она моя. Отлично. Вот эти рыбки много денег дают, каменные. Тут, короче, все рыбы такие. Вот это лучший остров пока для фарм. Но... Тот остров может перебить это, на самом деле. Возможно, да. Но он такой, типа, бесконечный какой-то. Ну, а теперь я могу сказать с уверенностью, какая топовая пушка. Вот наверное, это? Вот это. Она, конечно, во-первых, далеко все, бьет. Все, сейчас ей конец. Такая же мощная, как базука, примерно. Да-да, и она плюс даже еще мощнее. Станет, так еще 30% к бомбам. Это ну точно. Что можно еще мощнее придумать? Это самое мощное оружие. Так, здесь. Даже вот эту рекламу. Она же последняя, поймали, да, по сути да. дела? Она это... самая последняя. Обычно вот эти дорогая вот все... Штука была. Ну, 1600 или 1800, короче, запчасти. Нормально, да. Угу. Ну, на самом деле, если вот на этом острове у меня по сотке каждый уровень был, точнее, каждая катка, да поэтому, ничего. Ну, нормально, катка. Да. Только надо было дождаться, грубо говоря, вон там, ай, кстати, там бублик, бублик, да, только погоди, всплыл. Он еще не поймался. Ну, все. Давай, она моя. Юля уплывает. Ну, я не знаю, посмотрим, как сейчас. Ну, я думаю, не особо такая нормальная много. Была катка, ничего сейчас такого. Сейчас увидим. Ну, 62, неплохо. Нормально. Сейчас нужно, знаешь, что? Попробовать посмотреть, да, реально, может быть, все-таки он появится на этом острове. Нужно как-то это сгенерировать, сделать нам так, чтобы он там появился. Попробуй пока выплыть, посмотреть, если что. Потом по-моему, просто нет. Какое-то время посливаться. Он же когда появляется? Только когда-то, в определенный момент? Да. Давайте, когда знаете, что сделаем? Пишется. Давай, погодите, давайте медузами, попытаемся, да? В общем, да, с медузами все оформить и появимся тогда, когда уже появится окей. У нас эта рыба. Ребят, собственно, давайте сначала еще покажем вам коллекцию, которую набрала Юля, опять же. Так, ну это ладно, это все первый острова. Остров. В общем, последний остров, вот он, все эти наши рыбки, которые поймали. Да, вон пряничный человечек как да, как раз, был. Которого я даже только сейчас познакомился видел, с ним, да? Только понятно. Сейчас. Да, хороший был вопрос, мы сейчас подумали, а что если всех на золото собрать? Да, что чисто будет, понт? Может дадут вам какое-то достижение или что? Что вы столько потратили времени на да, нас, спасибо точно. Большое. Вот это... Молодец, рыба. Нарвал. Ну, здесь как бы как. Моя мечта. Прикинь, максимальный размер 368. А это вот как бы отдельно. Хотя похож, кстати, на последний остров. Так это вот, скорее всего, последний остров и есть. Типа они всех... тут все будут тут, тоже. Тут, значит, и вот эти чушки. Как мало. Будут. Не, мне кажется, здесь. Ну хотя да. Окей, ладно. Может быть, эта картинка здесь отсюда. Это... Вот, в общем, наши. Вот эти два врага заклятых. Два самца. Которые ни один, ни другой нам не давались. Ну ладно. Давай, сейчас... может, закупимся? Окей. Сейчас, в общем, закупимся и будем искать, ловить эту рыбу. Так, вроде как у нас на первом острове появился марлин. Нет, это акула вот эта. Ну, акула, какая разница? Для короче, меня все да. они уроды. Ну, не шучу, конечно, я хочу. Ну, в общем, в принципе, мы решили рискнуть, попробовать здесь, потому что кислород меньше тратится. Мы хотели на последнем острове, но мало ли, может быть, оно и не важно. Тут не обязательно ловить. Она, понимаешь, она сама по себе прилетает. Это вот марлин, уже он прям именно, видение да. каждой рыбы знает. Уже столько, знаешь, марлин часов. Хищная рыба. Да, она вот именно, видишь, она, как сказать, нападает. Она пытается сожрать пойманную акула. Тобой рыбу. А она акула. Просто летает. Хорошо. Тут, у нас летает, плавает. 7 бомб мы просто тут один заход попробовали, потратили. Но я думаю, ничего страшного, должно хватить. Да. 96, неплохо, кстати, здесь можно курить бамбук. Так, ну это тоже можно поймать, в принципе, мало. Ну ладно. Слушай, 95, о, бублик даже, прикинь. Бублик нужен, конечно же. Все, замечай, давай. У нас так мало просто кислорода. Да, решили еще взять. Нужно пополнить уровень. Ой, как мы давно не были здесь, кстати. Это точно, о, вот эта хищная, драная рыба. Создание. Слушай, давай. С первого раза просто. Педали с этой пушкой, как просто. На изи всех теперь выносить можно. Это жесть, это какая-то жесть. Помните, как раньше мы их по 100 лет. И уже и бомбами реально в них кидали. Бублик. Ты точно уверен, что сейчас? Может подождать его? Ну ты вон этих поймай, может. Да, может чуть-чуть денег. Ну, слетели как на говно. Только это, а помидусь. Давайте бублик возьмем. А, его не сожрут? Нет. А вот это сожрало бы. Вот это бы сожрало, но нет, попал в это. Сколько уж это дает?
900. Ну, нормально, вот эти на самом деле хорошо, вот хищные, большие. Я понял, дают. Я просто боюсь в медузы попасть. Да, не надо. Блин, а когда он прилетает? Он по проценту, может, кислорода или пофигу ему? Кстати, я не знаю. А то сейчас с 90%. Вот она, рыба мечты. Все, пошел. Давай. Я не знаю, сколько нужно ее тут лупить. Прямо шмаляй, вот вообще лупи по полной программе. Без остановки. Только по медузе не попади. Тихо. Так, попал. А можно опять, может, приманочка ее приманить? Приманочка, она клюет на это? Мне кажется, да. Все, давай, бомба. Пошла в спину. Фигач. Так, стоп. Я боюсь этих. Слушай, может, их сеткой поймать? Бэцк, попал сеткой. Ну давай. На то они тут мешают прям все, вообще по очистил, жести. Очистил. Может, лучше еще до бомбу? Оп! Давай, аккуратно. отлично. В голову стреляй, в голову. Ё-моё! Что, неужели? Шесть косарей! Смешь до пять. Жесть! Yes! Нифига себе мы это сделали. Ё-моё, это достижение. Значит, действительно, у нас просто вся проблема была в том, кислороде, что не хватало может. Кислорода. Ну, кстати, я не особо долго-то ее лупил, и в основном ты смотри в голову, и буквально, что у меня, три бомбы. А просто понимаешь, реально, в других картах еще очень много рыб крупных крутилось. Например, вот на ледяном острове касатки, на них постоянно тратится как бы кислород. Вот то, что ты гарпуном по ним шмаляешь. Максимально, я так и ничего. И бублик. Давай еще и бублик. Давай всех лови, Мишка. Да не буду, пофигу. Слушай, ну, в принципе... Улов неплох, я могу сказать. Задачу мы выполнили. По крайней мере, один пунктик. Я предлагаю... Надо посмотреть, как она выглядит в нашей теперь коллекции. Это да, рыбеха. Конечно. Блин, это было круто, на самом деле. Так, она здесь у нас? Самый, да, последний остров. Блин. Мы, смотрите, на 92% собрали. Да, то есть потом то есть еще осталось дадут. Вот это еще. Вот это, да. Блин, да, это да. Было бы интересно, на самом Давай деле. Давай посмотрим в новостях. Может быть, Марлин, так нет. Это сошки. Я предлагаю Юле съездить на последнюю, еще, как сказать, карту. Все-таки ее полностью, аккуратненько, прочепыкать всех там, окей, посмотреть, что здесь. Мы окей. Же так толком-то ее не глянули. Сразу мы перекинуть. Закупились, но... Тебе хватит, поверь. Да. Тебе хватит. Твоей. Ты же сама сказала, тебе не надо больше ничего. Ну нет, просто только, тут пожалуйста, еще кальмары, медуз. Понимаешь, тут кальмары, против которых нужно сетку использовать. А мы, кстати, кальмаров даже не встретили особо. Блин, медузы. Нам повезло, эти. Что реально акула попала на первый остров, там мы реально быстренько чик-чик-тагу мы сплавились. Слушай, на побырку. Слушай, ну здесь вообще такое прям расслабление, релакс. Ну, как сказать. Куда ни шмальни, попадешь по рыбе. Попробуй рекорд по... No! Да вот как так-то? Вон бублик. Бублик, сейчас он погоди, тебе поможет. Сейчас. Давай мы это восстановим. Более, как сказать, нашу разумно. Нашу репутацию сейчас, все вот окей. Уже получше. Вот не это нужно туда. Поймать. Тихо ты, я прям боюсь, ты как будто не видишь медуз. Ты не что? Очкуй, да. Славик. Я хочу, чтобы ты... Ого, вот это я тоже не помню, кстати. Она тоже была на ледяном острове. Нормально дает так. Да. Баблинского. Не спорю так, с этим. Сейчас ну уже давайте больших как мне, ты пожалуйста. Как так аккуратно стреляй, ё-моё, рано или поздно попадет опять по медузе. Вот я прям ну, уверен. Ну, кто не рискует, да тот ты не это... пьет. Ладно, все нормально. Так, вон это гигантская... Самое главное, мы уже выполнили важный момент, то, что мы поймали нашу это акулу. Это точно, эту гигантскую акулу, это... которую я стремилась поймать, вот, я не знаю, вот как увидела ее, так и все. Ну, Миш, ну, я, как сказать, ну, просто еще свезло то, что на первом острове, серьезно, так бы фиг бы поймали, наверное. Ну, скорее всего. Но это было круто. Если только на 54, вот смотри, сколько. Но здесь очень долгие циклы, посмотри, как долго эти мелкие здесь тусуются. Ну, это точно. Поэтому, знаешь, это еще спорный момент, когда бы она там появилась. Фиг знает. Ну да ладно, видишь, ну, только прикольно, этим. Что всех можно, рыбок половить. Ну это реально же как бонус. И мне, знаешь, только закралось неприятное предчувствие того, что, возможно, это реально последнее обновление в плане мне этих. Мне тоже так кажется. Я просто пытаюсь это не поймать. Просто, не знаешь, как такая финальная точка. Типа, скорее вот, ребят, всего. Ловите всех здесь. О, бублик. Бублик. Причем бублик, не маленький. Иди сюда. Хорош. Бублик. Всех сейчас. Что, в обновлении пушек, по-моему, не было, да? Были только острова, да. Если я не ошибаюсь. Слушай, видал? Расплавались тут. Вот, Юля, мне кажется, поднимет здесь.
А как поднять бабла? Блин, прикинь, когда здесь будет крупный цикл, здесь же будет вообще не пролезть. Это вообще жесть. Их же здесь вообще какое-то огромное количество. Только странно это сделано, типа, в конце куча еще денег заработать. На что? На куда? Что? Вот эту хочу! Вот эту хочу! Она мне нужна для коллекции. Здесь только, знаешь, есть в чем смысл? Вот как раз о том, что мы говорили. Набрать всех самых максимально крупных. Да, да. Вот только для этого, наверное. Так и есть. Слушай, медуза медленно пикирует. Медуза? Она прям вот, они порой вот меня реально, они бесят. Они вот прям... Ааа, 10%. Ну, не так плохо все, не так, так смертельно. Да, убери вот уже их побольше отсюда. Все. Бублик сейчас сзади. Где? Где, вон, где, вон, где? Вон, вижу, правый, вижу, вижу. Я просто, понимаешь, я боюсь, как бы меня не сожрал его кто. А, не-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 не, медуза, все. Спокойно. 62, ё-моё. Ну, это же жесть какая-то. А, это какая-то жесть, акулы мелкие, ребята, пошли. Ну, они вот, кстати, тоже нормально дают баблинского. По 3000. Слушай, ну я уже давно рыбачу, никого не видно. Никаких. Ну, погоди, нормально все. Ты... Вот пошли лисички уже. Так. Можно, слушай, реально здесь можно вот именно золотых набивать. Это уже реально, походу, релакс-зона. Тут это точно. Все, просто всех вышвырнули, что есть. Но я жду крупный цикл. Вот что у меня больше всего интересно. Даже ну, тут мелкая угодить, ну, смогла. Ладно, я говорю, брат, что поделать. Ай, каменная, долго она, прошибается. Она, да, прошибается фигово. Эх, ты аккуратней, за экран-то в кого тоже можешь попасть. Да знаю, знаю. Блин, медузы разлетались тут, так, расплавались. Хорош. Уже как будто, знаешь, смотри, средний, смотри, размер пошел. Смотри, что делают. Блин, тут, походу, до крупных рыб нужно реально приличное очень время. Очень долго. Так, время охоты. Да, попробуй просто набить побольше. О, бублик, бублик. Бублик снова. Так. Так, аккуратненько. Да, давай эту убери. Я не знаю, блин, как. Блин, бублик прикрывается за медузы. Все, отлично. Все, он мой. Сколько? Ему не спастись. Ну, 50, наверное, да, отлично. 50, слушай, тут бесконечно выполнять. Когда уже? Запас. Ну ладно, зато рекорд. Вот сколько, ты думаешь, уже наловил? 102 рыбы. В среднем, ну... Да тут можно, смотри как. Сколько у тебя, кстати, рекорд по рыбам? По рыбам не знаю. По вот рыбам по я никогда не гналась за рыбами. Она какая-то... Нет, нормально она такого ну, размера. Ну, бывают такие. Бывает, это супер крупная. Совсем огромная. Она прям на тебя уже... Так, все, ей не выжить. Зубами. Опа, сейчас. Сразу же двух. Все, yes, все, она пробил, моя. Пробил. 3000. Мне кажется, Юля уже 150, наверное, точно косари ну, набила. Ну, в принципе, рекорд здесь побить на изи вообще. Ну да, ну свой. Да. Слушай, особенно если... что-то у меня закрадывается предчувствие, что здесь крупных рыб-то и нету. А, кстати, здесь реально нет косаток. Здесь нет так косаток. Так я и говорю, либо позже, я ждал этого цикла, может быть, нет. Оно настолько рандомно, просто, ну, прикинь, со всех островов рыб набрать. Просто, ну, блин, а чё бы и нет. Ну, хищные бы нет. Здесь были. Вон лисица пошла, ее не было долгое ну, время. Ну, была она, либо один здесь раз проплывала. Бублик. Юля, попробуй все-таки вышибить бублика, не трать пока на выстрел. Сейчас. Не знаю, не сетка получится. Сетка же есть, если что. Ты сетку убери, давай. Ладно, пофигу. Ну, кстати, вполне себе. Сейчас посмотрим, короче, сколько мы набили. Мне интересно, заполнится ли весь экран. А, нет, всего 73. А у меня рекорд 130. Нифига этих рыбешек. Ну, в принципе, заполняется, да. Даже еще смотрите. Приятная картинка, еще сверху доваливаются. Нормально, нормально, молодец, Юля. Было неплохо. Ох ты, набрала-то сколько. Ну что? Я думаю, что пора, наверное, возможно, да, какое-то да, время проститься проверим, с этой замечательной игрой. Поймали. Я уж, конечно, не знаю, за Марлином тут есть ли смысл но охотиться. Мне кажется, в принципе, все то может же самое будет, как да. И с этой если только акулой. Выйдет обновление, мы вернемся, ребят. А так, спасибо, что прекрасно провели время в этой игрушке. Вместе будет с нами, приятно да. Вернуться в нее. Пишите свои истории, свои рекорды и все остальное. А на этом пока все. Хорошее настроение. Пока. Всем пока.